Здравствуйте, друзья! Это Анапа сегодня, 29 декабря 2021 года. И новый магазин «Магнит» здесь вот открыли. Видите, вот надпись «Мы открылись». Шарики, музыка, все такое. Ну, внутри ничего нет особенного. Все как всегда. Даже цены, в общем-то, я думал, будут в честь открытия пониже. Нет, такие же. А это расположено на улице Крестьянской возле строительного супермаркета «Лайт». Там вот видите вот этот вот несуразный, бесполезный пешеходный переход надземный. Здесь дом мебели. Вот это привязка к местности. Я думаю, этот магазин будет удобен жителям ЖК «Лазурный». Теперь им не надо переходить через дорогу, чтобы попасть в магазины «Магнит». У них теперь свой есть. Это были шорты «Альбатроса». Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.